Всех приветствую! Сегодня речь пойдет об аккумуляторах с ноутбуков. Я сначала уже начал разбирать, а потом вспомнил, что я обещал снять и показать видео, что находится в этих аккумуляторах. Я уже когда-то вскользь рассказывал об этом, что не спешите выбрасывать ноутбучные аккумуляторы. Сначала разберите и посмотрите. Вот, допустим, я уже, конечно, начал разбирать. Был вот такой аккумулятор. Перед этим я разобрал этот. С него батареи. И вот какой здесь. Что мы там можем увидеть? Ну вот, в этом было 4, как видите, просто в один ряд аккумулятора. Здесь их находится 6. В ноутбуке он уже не тянет, и люди его выкидывают. Может быть, даже выкидывали вы сами, может, ваши знакомые. Поэтому, если где-то у кого-то слышите, что собираются выбросить аккумулятор, попросите просто у них. Я думаю, они вам отдадут. Итак, разбираем. Корпус чаще всего придется расковырять, потому что он бывает что и клеенный. Вот как у меня здесь получилось. И здесь набор батарей. Также здесь присутствуют платы. Вот из предыдущего также плата. Это контроллер заряда. Но чтобы ее использовать дальше, нужно разобраться в ней. Хотя бывает и такое, что выходит сам контроллер заряда, а все аккумуляторы остаются целыми. Итак, как видите, здесь аккумуляторы собраны по определенной схеме. Везде отходят какие-то соединительные провода. Ну, если разобраться, это просто балансир, чтобы плата контроллера могла более-менее равномерно заряжать эту батарею. Ну, если вы не собираетесь восстанавливать аккумулятор, как видите, я уже, допустим, свой расковырял, точнее, не мой, но тот, что мне достался, расковырял, он уже не пригодится. И единственное, что я их использую, как просто батареи. Довольно хорошие. Чаще всего большинство из них еще имеют нормальный заряд. Для этого нужно только пооткусывать вот эти соединительные пластины. И получаем вот такой набор аккумуляторов. Потом останется их только проверить. Проверять, конечно, если вы будете простым прибором мерить напряжение на них, то этот результат будет недостоверный. Потому что некоторые из них без нагрузки еще будут показывать какое-то напряжение, а под нагрузкой уже нет. Для этого лучше всего использовать нагрузочную вилку. Я как-нибудь покажу в каком-нибудь из видео, как ее просто сделать. Что значит проверка нагрузочной вилкой? Это проверка, замер напряжения под нагрузкой. Потому что некоторые аккумуляторы без нагрузки еще что-то держат, а под нагрузкой они уже проседают. Ну, можно, если пока еще у вас нету этой вилки, проверить обыкновенным тестером. Если напряжение будет ниже, чем 2,5 вольта, их уже можно однозначно выкинуть. Хотя, если есть желание, можете и попробовать позаряжать, потренироваться. На приборе выставил положение замер напряжения и начинаю проверять. Вот видите, 2,7 вольта. Этот я еще ставлю, отложу, потом проверю под нагрузкой. Следующий. 0,4 вольта. Этот уже можно однозначно выкидывать, и поэтому его уже можно пометить, что он плохой. Проверяем следующий. 2750. Будем дальше потом его испытывать. 2751. 0,4. Тоже можно пометить. И последний. 2736. Итак, как видите, из этой батареи два аккумулятора негодные. 4 под вопросом. Скорее всего, они будут еще рабочие. Вот, допустим, те аккумуляторы, которые я достал из предыдущей батареи. Давайте я покажу. Смотрите, это 4 и 0, 3 и 7, 4 и 0. Это я их уже зарядил, проверил. Они довольно неплохие аккумуляторы, особенно те, которые по 4 с чем-то вольта. Я думаю, эти тоже будут работать. Поэтому, если у вас такая ситуация, где-то вы достали батарею или ваша вышла из строя, разбирайте, проверяйте. И я думаю, хотя бы 1, 2, 3, а то может и все элементы у вас окажутся годными, и вы их сможете где-то использовать для своих поделок. Надеюсь, что этим видео я ответил на вопрос, а также видео кому-то пригодится и понравилось, поставьте лайк. Также, если вы еще не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться. И всем пока!